Если вы любите смотреть пупы, рекомендую канал моего друга. Если вы не смотрели это, можете посмотреть, перейдя по ссылке. По-моему, получается очень прикольно. Ссылка в описании. Глядя на картонные лица актеров наших мелодрам, предлагаю их режиссерам полезный совет. Трагизм и недовольство актеров некоторых будет гораздо натуральнее, если перед началом съемки им объявить о снижении их гонорара. А почему будущие отцы так хотят, чтобы у них родился сын? Чтобы иметь еще одну законную возможность поиграть в машинке. Перед каждым мегатурниром в отрасли футбола, типа чемпионата мира или Европы, болельщики разбегаются на две четкие категории. На тех, кто верит в успех сборной России, и на тех, кто разбирается в футболе. Первым андроидом был Буратино. А поскольку для деревянного болвана запомнить что-нибудь значит зарубить себе на носу, то попугай обеспечил его большим объемом памяти. А кто это сделал? Вовушка, ты не поверишь. Наша собака ест еду с нашего стола, категорически отказывается. Еще раз тебе говорю, дед Петруха, гони ты свою жену за шею. Штирлиц вышел из гестапо и увидел, что Мюллер разговаривает с дворниками. Опять нажрался, подумал Штирлиц, и отогнал его от своей машины. Если ночью выйти во двор, лечь на землю и только смотреть на звездное небо через дуршлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что занимает последние 6 страниц инструкции по эксплуатации автомобиля «Жигули»? Расписание автобусов и поездов. Блинчика! Поспорили с женой, кто в доме главный. Жена сказала, что хозяин тот, кто выносит мусор. Блин, придется мне выносить мусор чисто из-за принципа. Подписываемся, кликаем на колокольчик.